Пшинбай Муканов родился в 1941 году, в год, когда и началась война. Окончил 5 классов. Он был слишком мал для участия в военных действиях на фронте, а для работы в тылу на возраст не обращали внимания. С 12 лет работали в колхозе, убирали траву, трудились на земельных участках, содержали скот. Когда многие ушли на фронт, мы работали здесь. В страшные годы войны на фронт уходили с каждой семьи. Потому это общая боль и общая гордость за героизм предков. Они погибали на поле боя для нашего светлого будущего. Стоит отметить, для установки памятника было собрано 1,5 миллиона тенге. Мы молодежь, чьи родители и дедушки, и бабушки родились в селе Кызылкайнар. И очень приятно, что сегодня, в честь 76-летию Великой Победы, мы возобновили памятник, собрали здесь и узнаем друг друга, и знаем свои корни. И хочу сказать всей молодежи, чтобы помните свои корни, помните свои родные села, где родились ваши родители, где родились вы, и приезжайте почаще. Собравшиеся возложили цветы и почтили память героически павших предков. Камшат Такишев, Абзал Балтабаев, Азамат Микмагамбетов, Жамбыл Балтаев, Кокшак Парат.